Чего? Ну они, вот, они же рядом вот. А так? А, во! Фу, блин. Ага! Вот это что такое? Теперь понятно, зачем я туда ходил. Сейчас уж я, блин, специалист. Крутим. И еще крутим. Так, все, наша остановка. Так. Для начала посмотрим, в каком состоянии. Ага, вот тогда. Это деревянная. Так это получается раз, два, два оборота. Вроде. Ага, нет. Еще не она. Во. Она. Не туда не пускает, да ладно. Наверное, должна, по идее. Блин, рано, надо эту же еще повернуть. Потому что сейчас там закрыто. Так, а как там сейчас? Тихо-тихо, не падаем. Так, внизу должна быть открыта дверь. Во! Да, вот так вот. Все должно быть у нас. Вон, тут же балкончик наш. На него надо. Так, все, ничего не трогаем, идем туда. И яйцами не цепляемся. Опа, есть. Да блять. Не матерись, все нормально. Чуть-чуть. Сюда, все, а дальше делай техники. Поднимет как надо.
сука. Фух. Так. Что у нас тут? Экспансионный преобразователь. Экспансионный преобразователь тоже, в принципе, хорошо. Я тут сохраниться. Во! Сохранение данных. Ой, ну ладно, хоть вот такое, да? Так, красный внизу, да? Желтый передвинуть надо. Вообще, желтый с синим надо поменять по-хорошему. Так, желтый назад. Как раз наоборот, вперед. Такие мне замки больше нравятся, чем вот эти вот тыкать, блин. О, печку растопить. Давай иди, ну что ты? Блин, это-то уже от другой печки. Thank you.
сохранение данных.